недавно делилась в социальных сетях своим результатом по Белурону. Когда он только появился, я как раз была беременная, родила, и, в принципе, на этот продукт особо, ну, не обращала внимания, в принципе, молодая, думаю, как бы так. И 2 года назад у нас стал вопрос по сыну, по наращиванию кости. Мы взяли часть кости подвздошной, вот, вот, в общем, тут, и наращивали в челюсть. И, в принципе, доктора сказали о том, что 10 из 100%, что она может нараститься, и вообще, скорее всего, нужно будет еще донаращивать. Потом мы периодически летаем в Екатеринбург, делаем снимки, и наш доктор, который с рождения нас наблюдает уже 15 лет, она ортодонт, она очень удивилась результатом и говорит: что вы делаете? Я говорю: ну вот мы пьем, все, она говорит: продолжайте дальше. Это говорит о чем? О том, что детям этот продукт нужен и важен. У кого именно сколиоз, быстрое развитие, знаете, мальчики лет 15 не могут согнуть руку в локте, я не знаю, как это правильно называется, я не доктор, вот этот период обязательно нужно пить Белурон. И недавно был у меня результат, я в 13 году сделала операцию на глаза, и до этого практически каждый год делала, запаивала сетчатку. Вот сидит мой доктор, не даст мне соврать, очень много лет. И каждый год, несмотря на то, что там зрение, то есть все это вот делалось, и вот как раз потом я родила и стала упорно пить Белурон. Я вообще забыла о том, что я когда-то, ну, обращалась к офтальмологам, и для профилактики поехала в центр на полдня, прошла полное обследование. Они смотрят весь мой перечень, ну как, там, диагнозов, и то, что сетчатка была все время. Они говорят: у вас это ваши данные? Я говорю: да, мои. Они говорят: ни одного фрагмента, остатка о том, что сетчатка была, ну, поражена, и остались вот следы. Это говорит о том, что, то есть, я вообще на себя, ну, как бы его пила там, для омоложения, и получила результат на глаза. Спасибо, Жанночка. Благодарю.